Всем привет! Первая половина лета подарила нам два очень громких перехода, которые стоят особняком среди всех событий трансферного окна. Речь идет, конечно же, о Криштиану Роналду в Ювентусе и Джан-Луиджи Буффоне в ПСЖ. Все пристально следят за этими легендарными игроками в новых клубах и ждут их дебюта. Мы же можем ускорить этот процесс и пофантазировать, как бы выглядел дебют Роналду и Буффона за их новые клубы, если бы состоялся товарищеский матч Ювентуса и ПСЖ. На помощь нам в этом деле придет FIFA 18. Как всегда, в ход матча мы не вмешиваемся, а лишь следим за его событиями. Погнали! После достаточно сумбурного начала за дело берется Роналду. На 12-й минуте Криштиану взял игру на себя, убежал от защитников и отправил мяч в сетку ворот Буффона. 1-0 впереди Ювентус. Есть дебютный гол Криро и первый пропущенный гол Джан-Луиджи. На 20-й минуте в штрафную Ювентуса врывался Неймар, но затянул с принятием решения и загубил атаку. Вератти опасно простреливал, но защита туринцев начеку. Удар Ди Марии с линии штрафной приняла на себя спина Куадрадо. После углового Тиаго Силва опасно бил головой, но честный на месте. Первый тайм завершился с минимальным перевесом Юве. На старте второй половины бодрее смотрится Ювентус. Хедира мог отдавать на Роналду, но в итоге упустил момент. Манджукич прорвался левым флангом и сбросил под удар вышедшему на замену Дибале. Паулу пробил в руки Буффону. Прочно осели в штрафной зоне парижан ювентийцы, но пробить Буффона снова пока не получается. Опасный момент возник у ПСЖ, но Честный в рамке вновь сыграл блестяще. На 85-й минуте убойный момент у Кавани. Кипер Ювентуса продолжает спасать. Очередной удар Честный потащил после подачи углового. В компенсированное время защита Ювентуса заблокировала удар Силвы из пределов штрафной. На этот угловой пришел даже Буффон. Настоящая мясорубка в защите Ювентуса, но туринцы удается отбиться. 1-0 – минимальная победа Ювентуса. В виртуальном дебютном матче Роналду и Буффона все решил гол первого в ворота последнего. Ставь лайк, если уже ждешь дебюта этих парней на реальном футбольном поле. Пиши в комментариях свои прогнозы на количество голов Роналду в дебютном для него сезоне серии А. И не забывай подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе всего самого интересного из мира футсимов. До скорого!